Я помогу, Биг! У почтальона Тони сегодня отличное настроение. Если красный свет, не забудь затормозить поворотник ключи, чтобы линию сменить. Если правило, ты знаешь, что опасностей нет и аварии не будет, если этот знак куплет. А это контейнеровоз. Его зовут Биг. А? Ты заехал за линию, Биг. А? Правда? Это опасно для пешеходов, которые переходят дорогу. Прости, я не заметил. Спасибо, что сказал. Прошу, будь аккуратней. Хорошо, конечно. О! Тая! А? Привет, Тони. Ты улыбаешься? Произошло что-то приятное? Да, сегодня всех юных автобусов отпустят пораньше. У нас на станции сегодня будет вечеринка! Ясно. Тони, приезжай. Будет весело. Не могу. Сегодня очень много заказов. О, очень жаль. Но я успею, если потороплюсь. Правда? Будем тебя ждать. Тогда увидимся на станции, Тони. Пока. Похоже, надо поспешить. Папа, папа! Когда привезут мой игрушечный автобус, мне так хочется с ним поиграть. Скоро, скоро, сынок. Смотри, вон Тони. Посылка для вас. Ну, наконец-то! Почему вы ждете на улице? Моему сынишке не терпится поиграть с новой игрушкой. Ясно. Теперь-то он сможет с ней наиграться. Ух ты! В какой же коробке игрушка? А? Опасно перевозить столько груза сразу! Я должен ему объяснить! Тони, какая коробка наша? Ах, да! Должно быть вот это! А? Отлично! Да! Все, мне пора ехать! А? Эй, это опасно! Стой! Стой! Похоже, он спешит. Папа, открывай коробку! Хорошо. Что это? Это не мой автобус! Работа закончена, можно и возвращаться. Что стряслось? Дело в том, что Тони только что доставил нам посылку, но он перепутал коробку. Это подарок моему сыну. Как же мне быть? О, Тони. Нам нужно было бы поменять коробки. Но Тони уехал. Что ж, я найду Тони и скажу ему. А? Правда? Тебе это не трудно? Я уже закончил работу. Никаких проблем. Мы очень благодарны. Спасибо. Спасибо, мистер Биг. Фух, я все доставил. Закончил раньше, чем я думал. Теперь можно и на станцию. Тони! Тони! Биг? Вот ты где. Я повсюду тебя ищу. Ищешь меня? Зачем? Ты перепутал коробки. Что? Не может быть! Ошибаешься. Мальчик должен был получить автобус. Автобус? Значит... Хорошо! О, нет! Поторопись, они все еще ждут. Если я вернусь, то точно опоздаю на встречу с Тайо. О чем это ты? Я собирался на вечеринку на станции. Ну что ж, выбора нет. Я сам виноват. Что ж, я могу ее отвезти. Правда? Ну да. Отправляйся на станцию к своим друзьям. Биг, тебе правда не трудно? Да, пустяки. Я рад помочь. Вот, спасибо. Без проблем. Приключения Тая. Ура! Мой автобус! Спасибо, что выручил нас, Биг.
Пожалуйста, друзья мои. А теперь мне пора. Так что пока. До свидания, мистер Биг. Спасибо. Я рад, что смог помочь. А? Как много машин. Похоже, что впереди пробка. Тони и маленькие автобусы весело проводят время на станции. Осторожней. Вот так. Здорово! Настоящий рекорд! Да, я мастер! Ты молодец, Тони! Да! Просто надо знать правила движения. Что-то наша Лэнни задерживается. Она вот-вот приедет. Давайте играть в прятки. Ура! Как тут много машин. Мне бы на главную дорогу. Попробую протиснуться. Поехали. Я едва не врезалась. О, простите. Как же мне быть? Машин слишком много. Давай-ка вперед! Чего ты там ждешь? Эй, почему ты не едешь? А? О, это нехорошо! Почему здесь так много машин? Другие автобусы должно быть давно на станции. А? Это Биг! Биг! А? О, привет, Лэнни! Что ты здесь делаешь? Я пытался вписаться в этот поворот, но застрял прямо посередине. О, нет! Что же ты будешь делать? Быстрее, мы все торопимся! Извините. Прости, Биг. Я должна ехать. Ну, ладно. Я тебя вижу. Ты меня напугал! Я уже всех нашел. Я думал, ты меня не найдешь. Похоже, Тони нашел Тая. Эй, а вот и Лэнни. Простите, что опоздала. Лэнни! Привет. И Тони тоже здесь? Да, я приехал после работы. А почему ты так поздно? На улицах так много машин. Я беспокоюсь за Бига. Он застрял в пробке и не может сдвинуться с места. Биг? Да, я хотела помочь, но ничего не смогла сделать. Значит, он застрял из-за меня. О чем ты? Я допустила ошибку, а Биг исправил ее за меня. Я должен ему помочь. Тони! Подожди нас! Ну! Какая ужасная пробка! Где может быть Биг? Он там, впереди! Так он никогда не сдвинется с места! Ребята, ну-ка в сторону! Там застрял большой грузовик! Дадим ему место! Почему мы стоим? Никто меня не слушает. Я должен найти способ привлечь их внимание. Тони, сделай что-нибудь! Точно! Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы спасти его! Погудите, чтобы привлечь внимание, а я объясню всем, что делать. Хорошо, Тони! Гудим на счет три! 1, 2, 3! Йоу, никому не нравится в пробке стоять. Все планы на смарку приходится ждать. Так можно пропустить остаток дня. Если хочешь ехать дальше, послушай меня. Думай о других, и все будет как надо. Пробка рассосется, машины будут рады. Следуй правилам! Правилам! Безопасности! Безопасности! Ух ты! Теперь я могу ехать. Биг вписался в поворот. Победа! С
Спасибо вам за помощь. Ну, мы же друзья. Хорошо, что не случилось аварии. Извини, Биг, если бы я не ошибся с коробкой. Не волнуйся об этом. Я всегда счастлив помочь другу, если могу. Хотя, мне пришлось поволноваться. Все равно. Спасибо. Эй, хочешь попробовать спеть со мной? Я спеть? Правда? Да, делай как я. Йоу, если красный свет, не забудь затормозить. Если красный свет, затормози, йоу. Неплохо. Пение это не мое. Попробуй еще раз. Если красный, если свет, красный не свет, не забудь затормозить. Как здорово, что Биг и Тони всегда готовы выручить друг друга. Тони очень благодарен Бигу за его доброту. Добрые друзья! Какое прекрасное утро! А вот и маленькие автобусы. Что они делают? Может, он здесь? Нет? Ага! Должно быть, они играют в прятки. Таю будет трудно найти. Как бы он ни прятался, великие роги его отыщет. Здесь он точно меня не найдет. Куда же он мог деться? Попался! Ты меня напугал! Не будь таким трусишкой! Твоя очередь водить! 9 часов. Роги, тебе не пора на работу? О, уже так поздно! Роги, сыграем еще разок! Прости, Таю, мы сыграем, когда я вернусь. Можно мне поехать с тобой? Не торопись, Таю, скоро и ты начнешь работать. О, что это за звук? Тебе стоит заглянуть на осмотр к Хане. Но я и так опаздываю. Заеду к ней, когда вернусь. Привет, Роги. Спешишь на работу? Да, чуть не забыл про нее, потому что заигрался с Таю. Ясно. Я тоже хочу. Возьмите меня. Роги, может быть, возьмешь Таю с собой? Что? Взять на работу Таю? Правда? Я поеду с Роги. Если пообещаешь во всем его слушаться. Обещаю! Вот здорово! Я даже не знаю. Не волнуйся, я полностью тебе доверяю. Ну что ж, я не подведу вас. Ладно, для тебя это тоже полезно. Раз так, поехали. Тая, ты должен меня слушаться. Конечно! Вперед! Все будет в порядке. Конечно, не волнуйся. Тая, держись строго за мной. Вот здесь надо остановиться. Давай. Стоп. О, что это? Это знак приближения поезда. Поезд? А вот и он. Где? Где? Что там? Что? Я так и не увидел поезд. Вперед! Можно я дождусь другого поезда? Ты не сможешь меня найти, так что вперед! Но я хотел увидеть поезд. Ой. Так нечестно! Только ты увидел поезд! Мы рядом с остановкой, так что перестань дуться! Так, снижаем скорость. Ладно. Добро пожаловать! Впереди дорожные работы. О, надо быть осторожней. Дорожные работы? А где? Я ничего не вижу. Съезжу, взгляну одним глазком. Эй, Тая! Куда это ты? Не волнуйся, я ненадолго. Тая! О, нет!
Где они могут быть? О, вот они! Стоп! Раз, два, взяли! Ух ты! Да чего интересно! Я тебя раньше не видел, малыш. Да, просто я новенький. О, тогда ясно. Раз, два, взяли. А, скажи, что ты делаешь? Выравниваю дорогу, чтобы класть асфальт. О, ты ее выравниваешь. Это потрясающе. Ну, скажешь тоже. Вот беда. Куда подевался Тайо? Эй, малыш, дорогу загородил. О, извините меня. Берегись! Нельзя так выскакивать! Роги, ты не ушибся? Мы едва не столкнулись. И я тебя повсюду ищу. Извини, я больше так не буду. Ладно, поехали. Что со мной? Не могу завестись! Почему стоим? Что-нибудь сломалось? Похоже, с мотором Роги что-то не так. Роги, что с тобой? Не могу завестись! О, нет! Что же делать? Я опаздываю. Это ужасно. Бедный Роги, что же делать? Как ему помочь? А, я знаю! Приключения Тайо! Что же мне теперь делать? Роги, я помогу! Что ты можешь сделать? Не волнуйся, у меня есть план! Роги, хватайся! О, хорошо! Значит, ты повезешь меня? Но ведь ты не знаешь дорогу! Ты сам же и будешь меня направлять. Но... Ты же должен закончить маршрут. Это правда. Ладно, давай попробуем. Ага, вперед! Тайо, сейчас налево. Без проблем. Что происходит? Один автобус тащит другой. Такое не каждый день увидишь. Ну вот. Роги, куда мне ехать дальше? Налево и потом до остановки. Понятно. Едем. Всего хорошего. До свидания. Мне бы хотелось войти. Конечно, прошу вас. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Эй, Тайо, здорово получается. Можно ехать. Вперед. О, здесь так много машин. Куда ехать дальше? В туннель нам с тобой не надо. Направо. Хорошо. Молодец. Сейчас поворот. Понял. Ты хорошо знаешь свой маршрут. Чтобы возить пассажиров, надо знать дорогу. Вот, сейчас будет остановка. Что? Ничего, все в порядке. Тайо не ожидал увидеть так много пассажиров. Добро пожаловать. Да уж. Вперед! Поехали! Слишком тяжело! Тайо, все в порядке? Конечно! Еще и в горку! Роги, держись! Тайо, ты точно справишься?
Конечно! Можешь быть уверен! Должно быть, ты устал. Надо было нам дождаться тягача. Нет, мы и сами справимся. Но тебе приходится тяжело. Знаешь, я помогу. Роги со всей силы крутит колеса, чтобы помочь Таю. Тая, не сдавайся! Мы почти наверху! Работая одной командой, юные автобусы вот-вот одолеют подъем. Уже почти заехали! Ты, наверное, устал. Потерпи еще немножко. Следующая остановка последняя. Хорошо, вперед! Вот и приехали. Всего вам хорошего. Спасибо тебе за помощь, малыш. Тайо, большое спасибо. Не за что. Я ведь тоже был виноват в том, что ты сломался. Нет, что ты. Без тебя я бы ни за что не смог закончить маршрут. Эй, смотри, поезд. Привет. Я увидел поезд, и он прекрасен! Смотри, мы с тобой связаны, как вагоны! Эй, ты прав! Знакомьтесь, это Тайо Экспресс! Чух-чух! 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 Сегодня Тайо узнал многое о работе, а еще больше о том, как важно помогать друзьям. Чух-чух! Чух-чух! Наш новый друг Ганни! Ты можешь спускаться. Наконец. Совсем другое дело. Чудно. Большое спасибо, Ханна. Мне пора ехать. До встречи. Ладно, пока. Привет! Как дела, Ханна? О, привет, Руки! Привет, Пэт! А? Что? Да так, ничего. Я заехал, чтобы вернуть твои инструменты. О, спасибо. Спасибо тебе. Очень выручила. Кто на снимке? А, это? Я его не узнаю. О, его звали Вонди. Но я никогда не встречал его на станции. Да. Год назад его разобрали. Он работал очень долго. Завтра придет новый автобус, которому досталась его карта памяти. Вот я и вспомнила Вонди. Его карта памяти? То есть новый автобус унаследует все воспоминания Вонди? Нет, боюсь, это не так. Думаю, старые воспоминания с карты удаляют. Эй, Руки, скоро кончается смена. Едем? Хорошо. Пока, Ханна. Пока, ребята. Кто был на той фотографии? Автобус по имени Вонди. Вонди? Ты знал его? О, еще бы. Он работал в нашем городе очень долго. С тех пор, как Ханна пришла на автобусную станцию. Они с Ханной были большими друзьями. Он был трудолюбивым, любил помогать окружающим, так что его все любили. Но он износился от тяжелой работы, и в прошлом году его разобрали. А кстати, расскажи мне про карту памяти. О, Ханна так сильно любила Вонди, что долгое время хранила его карту памяти. Вонди. Настал новый день. Ханна! Доброе утро! О, как вы рано встали! Да! Сегодня к нам приедет новый автобус. А? Новый автобус? Угу.
Ух ты! Скоро он приедет. Да, какого он цвета? Как его зовут? О, друзья, по одному. Привет, Ханна. А вот и он. Сито! Всем привет. Хорошо, что вы здесь. Привет, Сито! Итак, на нашей станции появился новый автобус. Знакомьтесь, ребята. Всем привет. Меня зовут Ганни. Привет, Ганни! Я Тайо. А я Роги. А меня зовут Лэнни. Приятно познакомиться. Привет. О, здравствуй. Я Ханна. Привет, Ханна. Надо бы показать новичку станцию. Да, конечно, но мне пора ехать на работу. Пусть лучше это сделает один из вас. О, я! Я это сделаю! Хорошо, Тайо, можешь начинать. Ура! Едем, Ганни! Хорошо. Тайо очень рад, что нашел нового друга. Вот это наша автомойка! Понятно. Я покажу тебе, как в ней мыться. Поехали! Хорошо. Нужно заехать вот сюда. Смотри внимательно. Я смотрю. Что происходит? Что случилось? Я не знаю. Не могу остановить щетки. Отключить систему! Отключаю систему. Свобода! Это ты выключил щетки? Ага. В экстренных случаях автомат можно отключать голосом. О, точно! Кажется, Ханна мне рассказывала. Все хорошо? Ага! Замечательно! Неловко получилось, я хотел выглядеть круто. А теперь поехали на заправку. Хорошо. Приключения Тайо. Вот здесь мы заправляемся. О, понятно. Сейчас я покажу, как заправляться. Смотри и учись. Хорошо. Подвиньтесь назад. Откройте отверстие для заправки. Хорошо. О, нет, выпустил газ. О, нет. Сейчас еще раз. Начинаем заправку. Как же мне стыдно! Уже вторая ошибка! Видел? Попробуй-ка сам! Хорошо! Заправка завершена. Наверняка он тоже наделает ошибок. Начинаем заправку. Как же так выходит? Он здесь впервые, но уже умеет почти все. Ты закончил? Заправка завершена. Едем на учебную площадку. Хорошо. Странно это. Ганни совсем не похож на новичка. Вот здесь нас учат ездить, прежде чем мы начнем работать. Когда ты пройдешь нужную подготовку, то начнешь работать в городе. Понятно. О, я чуть не забыл. Мне ведь пора на работу. Хочешь поехать со мной? А мне можно? Конечно. Ты сам все увидишь. Поехали. Хорошо. Сложновато, да? Сначала всегда трудно. Сейчас он узнает, что я умею. Эй, видишь остановку? Вон там. Ага. Я покажу тебе, как надо набирать пассажиров. Вперед! Хорошо. Надо заранее снизить скорость, чтобы остановиться точно у остановки. Тайо, может, ты снизишь скорость еще чуть-чуть? О чем это ты? Я точно все рассчитал. Смотри внимательно. Мой новый костюм испорчен. Мои шорты испачкались. Простите, мне так неловко. Здесь нужно быть очень осторожным. После дождей здесь обычно лужа. И правда, ведь вчера был сильный дождь. Но откуда ты знаешь, Ганни? Понятия не имею. Что это? О, нет, на дороге идут работы. А как же мне добраться до следующей остановки? Роги! Дорожные работы. Да,
Тая, ты знаешь другой путь до остановки 23? Мне сейчас нужно туда же, но другой дороги я не знаю. О, что же нам делать? Пассажиры будут ждать. Ребята, я знаю другую дорогу. Правда? Да, но откуда? Отключить систему! Система отключена. Тая вспомнила о том, как вел себя Ганни на станции. После дождей здесь обычно лужа. Роги, просто делай так, как скажет Ганни. Ты уверен? Ганни, показывай путь. Хорошо. Но как Ганни может знать путь, которого не знаем мы? Просто поезжай за ним. Почему мы это делаем? Ганни ведь новичок, он же первый раз в городе. Здесь надо справа. Тайо чувствовал, что Ганни найдет дорогу. Эй, Тайо, ты что, не слышишь? Эй, подожди! Ганни, ты уверен, что знаешь дорогу? Надеюсь. Что? Тайо, Ганни не уверен в том, что делает. Доверимся ему, и будь что будет. За мной! Хорошо! Ребята, подождите! Вот и остановка, верно? Он был прав! Но как это возможно? Большое тебе спасибо, Ганни! Но как ты сумел найти дорогу? Ну, я как будто бы всегда ее знал. Хана! Привет, Ленни. Вернулась? А где все остальные? Ну, Роги работает допоздна. Но Тайо и Ганни вот-вот должны вернуться. Вот они! Привет! 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 С возвращением! Ганни, тебе понравилось в городе? Да! Хана, ты должна кое-что знать! И что же? Этот Ганни немного странный! Странный? Почему? Он новичок, но у него уже все получается, и он все обо всем знает! Неужели? Да! Он смог найти дорогу, а Роги и я едва не заблудились. Вот как? Ты тоже так умеешь? Ух ты! Не получается! Знаешь, Тайо, по-моему, он самый обычный автобус. Такой же, как и вы все. Правда? И все-таки он немного другой. Вот так? Надо совсем не так. У маленьких автобусов появился новый друг Ганни. Что за секрет он скрывает?